Здравствуйте. Сейчас я коротко и ясно расскажу о том, как вычислить выражение непосредственно в ячейке. Предположим, у вас есть некоторая функциональная конструкция, например, range с аргументами 1 и 10. Понятно, что если вычислить это значение, на выходе вы получите список, содержащий 10 натуральных чисел. Но вы можете задаться вопросом, а как локально вычислить этот объект, то есть не запуская длительное вычисление. Для этого достаточно выделить необходимое выражение и нажать Ctrl-Shift-Enter одновременно. Соответственно, вы получаете на выходе локально вычисленное значение. То есть, скажем, вы можете таким образом проводить какие-то локальные, соответственно, вычисления, и они будут тут же заменяться на соответствующие значения. Еще одним важным преимуществом этой нотации является то, что вы можете, скажем, записывать математические выражения в такой линейной нотации. После локального вычисления они примут уже отформатированный вид. И это часто очень полезно, позволяет довольно эффективно строить выражения, локально их упрощать и так далее. В некоторых случаях, естественно, если выражение, как видите, точно такое же после вычисления, оно останется прежним. Но, безусловно, вы можете всегда вычислять абсолютно любой фрагмент выражения. Спасибо за внимание.